Приветик мне спящие, все остальные любители заряжать геймпад. Так. Мне что-то придет играть эту игру. Каким-то странным причинам, так что... Буду в нее играть. Все. Хотя, подставочку для ног воды, но только поближе. Ой, ай. Так, нет, клаву мыши не трогать. Все, вот, вот как-то. Кайф. Так. Спрячь свою дурацкую рейку. Что происходит? Дед, опять ты от меня что-то хочешь? Что тебе надо? Тебе нужен серп. Я тебя понял, куплю. Надеюсь, денег ты мне дал для этого серпа. Серпа. О, на морковку. Держи, наслаждайся. Нам что, никто ничего не присылал? Отстой. Мое, мое. Кстати, а у меня настройки не слетели случаем, а то я что-то не чувствую. Не чувствую я. А где? На, держи вихинг, наслаждайся. Жаль, что этого ничего не изменится. Разрывов-то нет. Так. Одуванчик. Наше ежедневное задание — собрать один сраный одуванчик. Зачем? Ну, потому что надо просто так сделать. И все. А в смысле все? А где мои посевы? О, мои посевы. Так, вас надо полить, надо вспомнить, как это делается. Дождь, что ли, пошел? О, я вспомнил, как делается полив. Полить растения. Полил растения. Растения политы и счастливы. Пойду-ка я наберу молока. Дед, свали, мне надо корову ограбить. Опа! Я грабитель коров. Граблю коров. Собираю у них молоко. Все мое. Все, что не мое, все равно мое. Не, в нее чертовски прикольно играть. Она реально затягивает. Такой сидишь и... О, яблочко. О, еще яблочко. И так пролетает день. О, томатисы. А че, я их не собрал, что ли? Базилик. Тимьян. Шикарно. Все продам. Все продам. Деньги важнее. Туалетис. Аба. Мы в туалете. Ну там нельзя крутиться, к сожалению. О, тебе что надо? Дядя Билл, похоже, очень добр к тебе. Я частенько думаю о наших настоящих родителях. Я их совсем не помню. Нам стоит... Вернее, наверное, мы тогда были совсем маленькими. Ты думаешь, они нас тоже плохо кормили? Шучу. Думаешь, они были слишком бедными, чтобы кормить нас? И они умерли, сражаясь с монстрами? Неужели мы были плохими детьми? Чел, иди в жопу. У тебя есть, видимо, какие-то свои, да, предубеждения. Вот и сам и страдай с ними. Наркоман. Чертов. Так, Стоунхенджи меня не интересует. Это время летит охренительно быстро. Пойду я, наверное. Жесть просто. Дурацкое колесо с одуванчиком просто уничтожает все. Геймпад? Что это было? Что-то странное. Ту-ру-ту-ру-ру-ру-ру. Герберт Лимон. На, Герберт Лимон. Не это самое, не гунди. Ты, по-моему, что я ему давал в прошлый раз? А, я ему давал грушу.
Слушай, Герберт Лимон, на грушу, у меня две есть. Оба! Рейтинг дружбы поднимается. Классная вещь. Чего? Дни с первого по седьмой весны, когда Парсли нравится чувствовать это лучше. Что? Я только что прочитал. А, ладно. Ничего не происходит. Но пока. О, дед уже нас не ненавидит. И вроде как он сказал, что с первого по седьмой день, ну то есть одна неделя весны, именно в это время ему нравится жрать груши. Или что-то вроде того. Фига себе, это что было? Ладно, допустим, что ничего не было. Адваны, адваны. Мне надо купить серп. Кто продает серп? Я вижу тебя, мужик. Ты хочешь со мной поговорить? А знаешь почему? Потому что над башкой висит восклицательный знак. Лопаты. Не, лопаты мне не надо. Чел. Мне нужен серп. Здравствуйте, юная леди. У нас кончились серпы. Угу. Чего? Что-то я сегодня с утра прям вообще какой-то обдолбанный, походу. Я также боюсь ходить в пещеру, чтобы выкопать руды, которая нужна для того, чтобы сделать серп. Я слышал какой-то стук, так что я туда не пойду. А вот тебе ключ от шахты. Если ты достаточно смелая, сходи и добудь руды. Зашибись. Охренеть ты, чел, конечно, классный. Ребенка. Я сам, говорит, боюсь. Мне 40 лет, я мужик, я кузнец, у меня куча силы, там, мышц. Я долго махал молотком, у меня поэтому руки прокачались. Но в пещеру я ходить боюсь, да. Лучше ты, девочка 10-14 лет, сходи, ты достаточно смелая, принесешь руды. Че там такого? Ничего же страшного. Нет, это я просто боюсь, а ты-то не боишься, ты же смелая девочка, правда? Мать. Позади нашего дома находится шахта. Понимаю. А у тебя что? Ты чего такой разговорчивый? Говорит Джереми. Лучше будь осторожна в той шахте. Ладно. Капец вы, конечно, кузнецы, братья мутазоны. Где, говоришь, за нашим домом? А, вижу. Па-па-пара, о. Па-па-пара-па-пам. Некоторые инструменты можно качать. О как. Кирка, лопата, стрингшоты, удочка, сикл. Меч, лук и так далее, понятно. Кирка-кирочка. Надо вспомнить, как это делается. Убери лопату свою. А, на эту кнопку нельзя, это же кнопка активная. Ай, твою мать, серьезно? Дай мне кирку тогда. А сюда мы сунем тогда этот... фонарь. А, только одно можно? Вы что, издеваетесь? В принципе, а нахрена он мне здесь нужен-то? Возьму лопату лучше. Он же все равно горит, какая разница. Так, а вот и я. Here I am. Темно тут у вас. И у вас еще темнее, кстати. Но я могу махать киркой, и это многое значит. О, мистер Руда. Все мое. Что, этого достаточно? Чего он сюда боялся ходить? Тут же нет ни хрена. Странный чел. Протухшее яблоко. Грибы можно? Можно. Кайф.
Все грибы можно, это кайф. Чего плохого в грибах? Грибы классные, вкусные. Тогда. О, какой фонарь интересный. Жалко, его забрать нельзя. Плея. А плея. Что это? Понятно, это очень интересная история про шахту. Срать. А это куда ведет? Ой. Я куда-то на кладбище вышел. Почему камни надгробные читать нельзя? И почему, когда я нажимаю, мигает свет? У вас тоже мигает свет вокруг меня, как будто фонарь выключается и включается мгновенно. Фигня какая-то. Ну и ладно, ну и подумаешь, ну не надо. Пойду дальше копать. Кто включил эту скрипку? Я люблю виолончель, а не вот это вот пи-пи-пи-пи-пи. А. А это куда ведет? Что-то не помню такого. О. Какая-то ферма. Коупет. Капуста. Где я вообще? Что это? Так. Камень какой-то. Еще одно яблоко протухшее. А где я? О как. О как. Ни хрена себе я прошел под шахтой. Вы че? Я вот здесь был. Вот здесь был. И так херак сразу сюда переместился. Жесть. Вот это срезы. Вот это да. Одуван. Наверное, можно вырубить этот сраный фонарь. Наверное. О, коровка. Коровка рада. Еще коровка. Что тебе надо? Здрасте, а ты кто? Что тебе надо? Ох, какой у него диалект великолепный. Надоели эти чертовые раскалсы. Что это такое вообще? Я переехал сюда. Мой маленький сарай. Понятно. Чел. Все деды любят груши. Ты любишь груши? И он любит груши. Ну ты это, не злись, что ли? Что-то ты какой-то нервный. Ого, рецепт гамбургера. С грушей. Мясом и капустой. Отлично. Прятал от меня этот шикарный рецепт. Город диет. Понятно. О, можно? Нельзя. Скотина. Скотина. О, сколько тут... А, я вспомнил, где я нахожусь. Я граблю бабку. Слышь, бабка... в смысле? Это не та, что ли, бабка? О, это не та бабка. Мне не дают грабить эту бабку. В смысле? А где камень? Где ваш дебильный камень этот? Где он? В смысле? Отстой. Без камня не дают грабить бабку. Так что я пойду с бабкой поговорю. Что тебе надо? Ты что такая маленькая злая скотина? Миликоу. Мили корова. Разве ты не удочеренная? Что произошло? Твои родители бросили тебя в лесу? Теперь понятно почему. Херася ты, маленькая тварь. Ладно, маленькая тварь. На, конфетку. О! Вот так-то лучше. Капец, она охреневшая, конечно. Что тебе надо? А ты что охреневшая такая? Пять.
Не нужно, чтобы кто-то из вашей фермы тут слонялся. А ты чё такая? Чё такая злая? У меня груши кончились, сорян. На, вот это поешь. Это ее не особо вдохновило, конечно, ну ладно. Пипец вы, конечно, тут мудозвона. О, вот этот парень. Чисто улыбается, у него все хорошо. Но нет, он тоже злой. Мне нельзя разговаривать с чужаками. На. Не гунди. Ему тоже не очень нравится. Будем пробовать, будем пробовать. Я приду ночью, я вас ограблю, ублюдки. Так, мне вообще в шахту, я что-то это... Загулялся я немножко. Время просто подходит к концу, а тут... На пеньке лежит листок. Надо его срочно взять. Я тут камней не нашел, кстати. Что-то вообще... А, ну, вообще-то зона-то не маленькая. Их тут, наверное, штуки две, может, три. Ладно, пофиг. Пойдем обратно. Надо включить. О, фонарь починился. И хоба! Я уже в Candlewich Village. Капец, конечно, срез через шахту. Офигеть. Быстрый. Скользкий, скоростной. Так, мужики... Это... Вас тоже грабить нельзя, да? Не, ну я так не играю. Ой, вы не те мужики, сорян. Не туда заскочил. Где эти придурки? Что-то они как-то странно живут. Еще и бегать нельзя. Надо было Свинтуса вызывать. На нем быстрее. О, нашел. Мужики, не закрывайтесь. Подождите, я принес вам руды. Здорово. Сикл. Отливка для сикла. Отлично. Так, тра-та-та. Ага. Выучил урок, как добывать руду. Очень интересно. Все. У меня теперь есть сикл? Или мне кто-то в карман насикл? Нет, нет у меня сикла. Вы что, прикал этот чел? Иди в жопу, чел. Мне сикл нужен. Ты че? Ты че? Скрафтите сикл. Охренеть, твою мать. Ладно, я сам скрафчу сикл. Но вы, конечно, и мудозвоны. Ребенка крафтить сикл заставили. Плавить с помощью А. Понятно. Вы недостаточно, да? А, нет, все ок. Все делается одной кнопкой. Дурабилити минус 10. Ладно, первый сикл комом, так сказать. А, по кружочкам надо попадать. Капзда. Ну и крафтинг у вас тут, конечно. Дурабилити плюс 30. Идиот. Остужать с помощью А. Пускаешь воду, а потом нажимаешь снова Ай. Желтую попал. Ладно, тоже сойдет. Держать ЛТ и РТ. Понятно. А правую? Одновременно держать-то не дают. 69. Какая острота, я сикл делаю. А, ну хотя вообще-то да, ладно. Хотя там меч был. Можно хранить в разных местах. Понятно. Спасибо. Шо я, мать твою, засикл. Пойду я. Хотя я могу скрафтить еще один сикл, чтобы было хорошо. Чтобы было прям окей. Нанять. За 5 монет. Ладно. Черт с вами, ублюдки. Из одного кусочка делается? Серьезно? Так, отливка готова. Хорошо. Поехали. Хорошо.
плюс 15. Вообще огонь. Меткость. Ух. Ах. Ох. Эх, не попал чуть-чуть. А-а-а. Говно. Отлично. А, переточил. Сади, нормально. Итак, что у нас получилось? Трехзвездочный сикл. Это мне уже больше нравится. Так, трехзвездочный сикл. А, у меня их два. Мне один не нужен. Один сикл, двухзвездочный. Мне он не нужен. Продать. За пятерку. Считай, один сикл бесплатно получил. Ладно, похуй. Продавай. Так. Все, у меня есть сикл. Теперь можно сиклить. Сикать. Сиклить. О, это мое. О, а что, вас можно грабить уже, да? Вы чувствуете себя сонно. Я не хочу чувствовать себя сонно. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу здесь спать. Мне нужно идти в кровать. Как там свинтуса вызвать? Свинтус. Поехали, нам нужно срочно ехать. Срочно гнать домой. Эх, жалко, нет дурацких телепортов. Это же вроде сказочный мир, тут же должны быть телепорты. А-а-а. Ненависть. Я дома, дед. Здорово. Хорошо справилась с секлом. Отлично. Спасибо, дед. Спасибо. Теперь я, пожалуй, пойду вот сюда. Прилягу, отдохну. Так. Мы будем спать до 4 утра. Еее. Вы проснетесь в 6. Детям нужно спать с 11 до 6. Похер. С 11 до 6. Капец, у вас, конечно, график мерзкий. Так, деньги мои. Свинтус, погнали. У нас с тобой еще куча-куча дел. Опять дед от меня что-то хочет. Обычный день. Прям как другие. Ты смотрела на доску объявлений в деревне? Смотрела. Она напротив магазина со всякими разными товарами. Смотри, не нужна ли кому из поселенцев помощь. Какой, да, пока ты там будешь, там будет проходить какой-то свиной день. Мы не можем позволить себе новую свинью, но если... Вернее... Ну почему бы тебе не раскинуть там стойку на фестивале, заработать немножко бабла? Я тебя понял. Ты хочешь новую свинью? Сделаем. Наверное. К счастью, у меня очень много запасов говна всякого. Тебе что-то надо? Это тебе что-то надо? Тебе работать надо, ты маленький утырок. Я, значит, бегаю за всякими сиклами, да? Лопатами. За всякой хренью. А ты ходишь просто такой. Ха! Наверное, мы были плохими детьми. Ха! Да, класс. Что там про карту срать вообще? Надоел. Мутило. Маленький. Где мои посевы? Я поливаю посевы ежедневно. О, мои посевы выросли. Ой. Кайф. Только они дерьмовые, конечно. Капец, но ладно. Сойдет, пофиг. О, тимьян. Тимьяна соберу. Так, осталось нам пригнать наши колеса... Нашу свинью в деревню. Заработать там много-много денег. Купить свинью где-то. Хотя вряд ли это возможно, но... Тем не менее. Так, а у нас... А где дед живет? Ой, здрасте, а ты кто? Люси Эрроуз. О, что случилось у тебя, Люси Эрроуз? У меня так ноги болят, мне нужно собрать всякого говна, а мне некогда. Поможешь?
поможем. Спасибо. Пожалуйста. Хамперт. У тебя таких квеста два, да? Понимаю, понимаю. Так, журнальчик здесь. Фиолетовых яблок 20 штук, 5 томатов. Понятно. А это 19 обычных яблок, 21 ягодка. Кормить Свинтуса. Ой, я же Свинтуса не кормил. Точно. Слышь, Свинтус, хочешь жрать? Да. Морковки тебе хватит? Вроде хватило. Так, что еще из квестов? Это понятно. Прочитать доску с фитица. Конечно. Вернее, встретиться с Твигом. Сделаем попозже. Блин. Игра реально прикольная. Кайфовая. Мне нравится. Где этот грязный дед, который постоянно что-то там орёт? Что за бумажечка? Вернее, что? А, кузнецам нельзя депрессовать. Я ее вроде собирал в прошлый раз. Странно. А, здорово, Дри. Улыбается. Отличная работа. Из тебя получится отличный кузнец. Все ясно. Все ясно. Яйцо кто-то высрал. Отлично. О, можно ограбить? Нельзя. А. В принципе, мне больше здесь ничего не надо. Если они, конечно, здесь семена где-то не продают. А, они не продают. Собака стоит слишком дорого, поэтому не сегодня. Так. Это что за дом с кодовым замком? Ладно, пофиг. Пойду реально устрою стоечку, продам все, все, что мне не нужно. Все. На 5 часов там. Давай на 4. Так, мы будем продавать. Мы будем продавать морковку с двумя звездочками. Она у нас. Ее у нас очень много. Мужики, подходим, покупаем. А никого нету. О, кто-то идет. Купи морковку. Купи морковку. И ты купи морковку. Всем купить морковку. Покупайте сраную морковку. Отличная. Интересный став, говорит, у тебя. Достаточно с меня сегодня шопинг. Странные чуваки. Но мы в плюсе уже. Правда, не очень большом. За 4 часа я заплатил 4 монеты. А заработал 8. Получается, плюс у нас пока 4. Ждем дальше. Что такое? А, час прошел. О, еще кто-то идет. Так. Етить. Я после HDR смотрю такое на свой Full HD мониторчик обычный, и он такой блеклый, тусклый. Капец. Так. 13. 16. Хорошо. Я что думаю, надо сейчас где-то найти семена чего-нибудь. В идеале, конечно, каких-нибудь яблок и кустов этих дурацких. И удобрения купить. И забабахать это все вместе. Будет шикарно. Так, покупай. Молодец. О, бабка идет. Покупай, покупай. Ты хочешь купить, хочешь, хочешь, и ты хочешь. Все хотят купить моей морковки. Так. Все, молодец, купила. У нас еще 1:20 осталось. Ну, я посижу, подожду, я не тороплюсь. Подумаешь, какие-то жалкие 4 минуты реального времени. Нужно просидеть. Жесть просто. Ну, сидим, ждем. Че? Сейчас час закончится. Должны еще 3 человека прийти. Минимум. По идее. Но вижу. Да, звездочка вижу. Какой-то он странный. Рыжий и улыбается. Еще один и еще один. Кайф. Так.
Так. И последний. Так, все. Думаю, на сегодня можно заканчивать. Отлично, заработали кучу бабла. Так, пойду-ка я тогда пока поищу семена. А, сегодня нет фестиваля. Эти ублюдки сегодня не продают ничего. Вот дерьмо. Ладно. Ладно. Фиг с вами. Фиг с вами. Вот такую вот статую. За яблочко путешествовать вообще огонь. Такую бы статую нам домой. Было бы здорово. А, мне нужен магазин, где продают семена. Это таверна. Кузнец. Вроде повар. Может, там семена продаются? В таверне еще надо поспрашивать. Так, что у тебя есть? Что-то такое. Sleeper Zest. Явно не то, что мне нужно. Мука. Рецептик. Пожалуй, куплю. Ведро. Шарик. Это. Фигурка. Стакан. Сладости. Роза романса. Слингшот. За троечку. Давай два. Оружие. Первая угроза повсюду. Так, розу куплю на всякий пожарный в будущем, чтобы романсить. Стеклянная банка куплю. Так, ты стоишь сотку, сосиска. Так что, ой. А, забыл. Торгуешь вообще? Он не торгует. Он просто стоит за прилавком. Скотина. Ладно, пофиг. Доска. Смотрели на доску. День рождения, подарок нужен. Объятий, конечно, достаточно, но все-таки нужны подарки. Дядя Билл, что? Ладно. Гонка на свиньях и маркет. 6 до 13. Ну, в днях, конечно же. А где он открывается? Добавим, ладно. Уронил. Че уронил? Потерял редиску. Обойдешься. А тебе что надо? Образцы. Приготовить еду, используя выращенные ингредиенты. Вряд ли это реально. Тебе тоже что-то надо? Какие у вас запросы, конечно. Так. 4 по 11. А сейчас какой день? Добавлю в календарь, ладно. Тоже добавлю. Так, как мне... Ага, что я? И что? День рождения дяди Билла и аукцион. Живые и не на тарелке. Приходите на фестиваль. В смысле, я ж там был. О, завтра Друида Дэй. День Друида? Понятно. Так. Что он любит, что не любит? 56. 56. Торговля. О, гонка 11 числа. Аукцион еще 13 будет, да? Понятненько. Где купить семена? Где купить семена? Вы, ребятки, семена, конечно же, не продаете. Ты продаешь что-нибудь? Мелани Джак. Добро пожаловать в Уэйл. Я владею Flailing Arms. Деревенским пабом. Понятно. Она ничего не продает. Так что это вообще не вариант. О, дед. Дед. Здорово. Герберт Лимон. Как дела? Что предложить на День богини? Ой, сиди в жопу, чел. Так.
Вор остался, получается. Не дают яблоки воровать здесь. У вас есть семена? Ты продаешь семена? Я надеюсь, ты продаешь семена. Ты продаешь какую-то хрень. Ага. Ладно, ты хотя бы продаешь удавление, да? Продаешь же? Стамина, сила. Пеп паудер. Наверное, для меня. Беган. Рост. Сайд-эффекты. Куплю-ка я одну. У меня еще 20 монет есть. На аукцион я все равно вряд ли попаду. Хотя он должен быть сегодня. Что странно. Добро пожаловать. Бла-бла-бла. Другой пацан. Еще одна пацанная жертва. Понятно, понятно. Все. Ты ничего не продаешь, да? Угу. А можно? Нельзя. Жаль. Но трек у них прикольный. Так, мне сказали, что аукцион должен быть где-то вот на фестивале, вот там вот, вот где-то вот тут вот. А его тут нету что-то. А я здесь карту не открыл. Вот этим и займемся. Вот этим и займемся. Отлично. Сейчас мы карту здесь откроем. Если пройти дадут. О, вижу свинтусов. 11. О, аукцион. Здрасте. Можно я тут это? Чё? В смысле нельзя сделать ставку? Ладно, подождем. 4? За это? Да? 5, 6, 7. Продано. Все. Купил еще одного свинтуса. Странный аукцион за свиней, конечно. Так, грядущие ивенты. Гонка, маркет, понятно. А, мне бы камни. О, что это такое? Не даю даже посчитать. Вот ведь скоты. Вы как... Что вы тут делаете вообще? Что-то там про груши. Дуваны. Раздуваны. О! Кукудио. Прекрасно. Две штучки. Отлично. Траву какую-то нашел. Интересно, а можно ли как-то семена из растений получать, а не покупать каждый раз? Еще один камень найти. Ну, пойдем искать еще один камень. Че? Где-то он должен быть. Где-то здесь. Что это такое? Хрень какая-то. А ты что стоишь странный такой? Нет, метательная мини-игра меня не интересует. Bloodview. О, камень. Все, карта открыта. Отлично. Ну и кайф, чё? Все тогда. Везде побывали, все потрогали. Можно скакать домой. Кстати говоря, какой там клавиш? Ой, что она делает? Смотрите. Там такая... Не туда. Шутка. Через шахту пролететь. А хотя зачем? Мне нужны семена. Как? Так. День рождения у этого ублюдка сегодня или завтра? Сегодня. Пойду подарю чего-нибудь. Че ему? Может подарить ему ведро? Не, ну а что? Почему бы и нет? Ванчики как-то странно работают. А может быть реально подарить ему что-нибудь более дорогостоящее, чем какое-то там ведро?
сикл ему может выковать. В жопу обойдется. Я еще, по-моему, выращивал какую-то капусту. Где-то. Или мне приснилось. Я же выращивал. Ай, ладно. Инвентарь. А их несколько. Понятненько. Лорные книжки, полезные книжки. Нонсенс. Бесполезные. Помощь доступна всем. Так, ладно, с этим-то пофиг. Ты. С тобой поговорить, наверное. Чё б тебе такого подарить? На день рождения тебе. Подарок. Отлично. Оп. Класс. Помнишь о моем дне рождения? Отлично. Вот для тебя секретик. Я слышал, что священный котел не любит капусту. Понятно. Ну, ладно. Как ты смогла позволить себе эту свинью? Дядя Билл должно быть счастлив. Чел, отстань. Ладно. Священный котел. Это такое? Что-то очень странное. Лицо на дереве. Так, свинтусы. Погладить, покормить. Я сегодня еще этого свинтуса не кормил. Вот этого. О. Так можно, да? Срать-то зачем? На. Письмо. Подарок для дяди Билла. Дорогая Робин. Твоя дружба многое для меня значит. Я отправляю тебе этот подарок в качестве благодарности. Дядя Билл отправил мне обратно, да? А, он мне рецепт отправил. Ну ладно. Тогда пофиг. Как-то и делать особо нечего. Семян нет. Ничего не посадишь. Семена не достанешь. Капец. Хоть спать ложись. А чё у меня по заданиям вообще? Надо собрать кучу говна. Ну, томаты, допустим, у меня где-то были вроде. Ой, а чё у нас завтра? День друида. Ладно, сойдет. Томаты у меня где-то были. Жесть. Слушай, а вот это мы можем сварить ведь, да? У меня же есть. В смысле? Чё не так? Подожди. А, по одной. Тьфу ты. Так. Томаты. La capustion. И вот это. Приготовить стю. Так, а как L? Как готовить? Некоторые ингредиенты готовить дольше, чем остальные. Угу. Ладно, разберемся. Б.
Шоппинг борд. Допустим, так. Ща. Как вас? А, все? А, прикол. Так, ну, ладно. Че, ножик не двигается? А. Прикол. Надо было с капусты начинать, я переварил все. Не, ну я только пытаюсь, что? Ингредиенты в труху. А думаешь, чего такого-то? А, дурацкий тимьян, ненавижу. Ждем. Ну, хоть одна звездочка. И то сойдет. Так. Я сварил какое-то Г. Есть его я, конечно же, пока не буду. Там кто-то просил что-то приготовить на доске. Я, по-моему, даже квест взял. А, нет, я не взял квест. Ну и хрен с ним. Дадут ли мне сейчас свалить? Я что-то очень сильно сомневаюсь. Да, она уже чувствует себя сонной, поэтому пошло, но в жопу. Завтра отнесу. 6 утра. По-другому она не может. Трунь. Надеюсь, сегодня дед от меня ничего не хочет. Нет, ты и сегодня от меня что-то хочешь. Каждую неделю мы делаем ей подношение. Зашибись. Чтобы она улыбалась нам великолепно. Сегодня важно получить ее одобрение. Что-то вроде того. Причем тебе со мной не прогуляться, я тебе покажу. Не надо мне показывать, я уже видел. Ну, пошли. Только гнома нашего покормлю карманного. Какой же ты быстрый! Чел, какой ты быстрый! А ты не можешь идти еще медленней? Капец. У нас время не бесконечное. Это тебе 56, а ей всего 14. Давай быстрей. 6. Ну давай, давай. Идем. Ладно, фиг с ним. Он, наверное, сам претелепортируется куда-нибудь туда. Так что я просто пойду на свинье покатаюсь. Что такое? Тебя не покормили? О. Теперь покормили. Все. А можно на тебе ездить? Нельзя. Ладно. Так. Ты отправляешься домой, а ты идешь со мной. На тебе мы и поедем. Погнали. Надо купить лошадь. Я уже заколебался на свиньях кататься. А! Чёртово озеро. А, ёлки-палки. Жалко, кастомазить персонажей нельзя. Было бы еще прикольней. Так. Нам на фестиваль, по идее, да?
Не буду я с тобой разговаривать. Фестиваль, фестиваль. Так, я на фестивале. Ого, как вас много, как вы лагаете. Жестко. А дед пришел? Охер. Я пока до доски прогуляюсь. Мне надо кое-что сделать. Тут какой-то квестик был. О! Отношения! Чё ты там уронил? Зашибись. Так, тут тебя... Хотя, а чё ты хочешь? 23 фиолетовых яблока, такого у меня нет. Пойду к деду прогуляюсь. О, яичко. Еще яичко. А где этот мудила? Так, сэк. Вот это мы запиним. Даже поставим вот так вот. И... Нет. И поищем. Да. Показывай, дурацкая фея. Так. Похоже, к нему домой. Да? А, ты не показываешь только на регион, да? Понимаю. Наверное, он здесь. Эй, дед. Что тебе надо? А в чем заключается собака-квест? Он хочет приготовленный обед, используя выращенные ингредиенты, доставить между 4 и 7 пм. А сейчас сколько времени? Мне как посмотреть? Под уваном? Пофиг, вечером доставлю, если не опоздаю. Зачем она кулак держит? Странное. Он еще в определенное время хочет, видите ли. Капец, обнаглевшие. Я вам что, повариха? Так, мы на фестивале. О, дед, и ты здесь. Рад, что ты присоединилась ко мне. Есть несколько вещей, которым я собираюсь тебя научить, они очень важны для ритуала. Куда бы ты ни пошла, ты можешь найти статуи богини. Прекрасно. Та-та-та. Очень интересно. Не обижай их. Ага. Дать подношение. Подношение. А это что такое? Что происходит? Я что-то... Панап. Все дети в доме становятся лягушками. Бесплатный ресурекшн. Pet care. Так, я пытаюсь догнать. То есть мне надо положить, да, в 3 тарелочки что-то. Томат. Сюда мне положить вообще нечего. Ну, то, что было, то и положил. Сюда есть, так. Здесь... Угу.
Все получается. Так. Все. Вроде все. Последний раз он там видел жену во время Саммертайда. Срать. Мне нужны семена. Мне нужно ограбить ту бабку, которая предлагала мне готовить. Кстати говоря, о ней. Может сгонять туда? Может быть, она продаст мне сраные семена? О, камень. Что это такое? Фигня какая-то. Так. Я какую-то хрень купил. Семена мне не нужны. Цветы, подарки. О. Нельзя использовать из инвентаря. А. А, его можно только кидать. Это все-таки для растений. Все ясно. Тогда ладно. Тогда ладно. Дед приперся. Ты чё приперся? Керперт лимон. Пойти что ли скрафтить еще один сикл? О. Начал продавать всякое разное. Наконец-то. Кстати, а нахрена мне сикл вообще? Конечно, могу им теперь сиклить, но... Зачем? Опа, камень. Мелани Джек. Ого. Хоть кур поглажу. Так, теперь можно вас грабить? Я же нашел ваш камень. А у них не растет ничего, да? Зашибись. Зато у них есть мед. А где сама Мелани? Она с кем-то живет. Я это вижу. Нет разрешения это использовать. Отстой. Ну и ладно, подумаешь. А это куда ведет? О, перекресток друида. Погнали. Посмотрим, что тут есть, пока время не дотекло. Фига себе, перекресток. О, статуя. Экс. Волшебные камни. Я так полагаю, этот один в на юге. Вон, бумажечка. Дни недели. И 7 дней в неделе. И 2 недели в сезоне. Класс. Маловато как-то. О. Камень. Так, ну получается все, карта открыта. Туда и туда еще не написано, что. Надо проверить, что там такое. Что там есть-то.
Вот бы там были семена. Так. Руины какие-то. Чёртова дудка. Бумажка. Сахарный кролик. Карамельный. Чё какая-то бумажка. Ой, здесь что-то можно вырастить. Little sap. У меня нет семян. И как это добывать, мне не сказали. Мне сказали, что их можно купить. И то на фестивале каком-то, который проходит еще не каждый день. Грибочки. А что такое? Что за деревня гномов? О, бумажка. Курица. Куриная ножка. Куриная барабанная палочка. О, камень. Так, все, я теперь вижу сраный регион, наконец-то. У нас есть дорога на север и какой-то храм здесь. Пойду. Блин, мне пора отсюда валить. А, ладно, храм в другой раз. Сейчас дед просто уже просит свой обед. Грёбаный дед. И грёбаный обед. Оп. Я как будто сидел как какая-то, которая платит налоги, еще и не простые налоги, а какие-то особенные, специальные налоги. Необычные. Я заблудился. О, все, я нашелся. Что ты? Куда ты? О, все. Я иду, дед. Твой обед у меня в кармане. Сейчас я тебе его принесу, наверное. Так, если я, конечно, дорогу найду. А я дорогу найду. Уж поверь мне. Срезики, срезики. Не, в свиной гонке будет вообще нереально участвовать, потому что эту свинью заносит на поворотах просто жесть. Она буквально дрифтует. Вообще отвратительное управление свиньей. Бабка там что-то стоит. Ой, извиняй, бабка. Нету у меня твоих ингредиентисов. Ты шевелится. Дед. О, нашел тебя. Ты хотел свой обед? На. Спасибо, это то, что я просил. Дрр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 рr Или чё? Чё тебе дать? Не, яблоки я тебе не дам. Любишь морковку? Не очень, но зайдет. Секретик, я слышал, что Тереза Грин нравится... Пусто. Ладно. Терезе нравится капуста. Хорошо. Учту. В следующий раз, когда буду к ней подкатывать, прихвачу капусты. Мне все еще не дают потрогать его морковку. Ну, в хорошем смысле. Не в этом. Так что, ну, потом. О, можно сиклить траву. Наконец-то. Зачем только? Да хера вот. Зачем? Какой хер? Так, ты что гуляешь? Видела миссис Шо? Что? Чего? Пропустила Шо? Что? Иди в жопу, в общем, опять ты наркоманишь, какую-то хрень мне тут разводишь. И вообще, я пошел сохраняться. Сохранения только такие бывают. 6 утра.
спать и сохраняться. Ей, у меня зарплата 3 монетки в день. Круто, да? Что тебе надо на этот раз? Что-то мне сегодня нехорошо. Мой желудок грузится, как мельница во время бури. Сгоняешь в аптеку? Денег дашь? Денег не дал. Скотина. Ну и пошел в жопу тогда. Кто мне даст дурацкие семена? Мне нужны дурацкие семена, а мне не дают дурацкие семена. Свинтус спит. Запихаем ему в рот еды, пока он спит. Я думаю, он обрадуется, когда проснется. Так, о, деревья. Обязательно облутать деревья. Когда-нибудь я насобираю 30 с хреном яблок, поверьте. И мы выполним этот дурацкий квест. Такс, все. Чё-то он зеленый такой. Забавно. Забавно. Пойдемте сварим нормальное варево. Пойдем попробуем приготовить нормальное варево. Так, нужно мясо, да? Мяса у нас нет, ладно. Ого! Вот это у вас, конечно, рецептура. Так, а вот это у нас есть все. Это... Две же надо было, да? Мед у нас, в принципе, тоже достаточно. А, в смысле? Все... Как? А что? Ой. Так достаточно? Ща. Ой. Оп. А нельзя сначала закинуть, а потом включать свою сраную плиту? Температурка упала. Очень низко. Пусть варится. О! Шо? Не давайте джему оставаться холодным. Что получилось? В смысле? Мини-гейм перформанс минус один. И ты в жопу. Я сделал джем. Так, мне нужно еще вот это сварить. Я все-таки попробую. Давай с однозвездочной. Не будем пока особо тратиться. Так, сначала мы режем капусту. Мелко режем капусту. Да? И туда ее хлобысь. Потом мы режем это говно. А, получай дурацкое... Это самое. Чего он не режется? В смысле? Как? И как? Зашибись. У меня морковка сварилась. Ой, вернее, капуста сварилась уже. Я ингредиенты просрал, да? Зашибись. Круто, спасибо. Очень полезно, приятно. Так, варим еще раз. Сначала это... Все туда. Кусочек забыл. Так, теперь это надо очень быстро порезать. Опять? Наконец-то. Туда. Это подождет. Ай. Все.
Эй, чуть-чуть не доварил. Ладно, пофиг. Мать все. Даже вторую звездочку не дали. Ты, скоты. Сам муж ли захавать? Оп. Так, тебя я кормил уже. А, ну, в принципе-то это. В принципе, можно и захавать. Так, еда, еда. Ну-ка. Бэм. Пойду семена поищу. По-быстрому. И будем заканчивать на сегодня. Потому что что-то я охренел уже. Ну серьезно, в эту игру залетаешь буквально на 10 минут там, ну, квестик выполнить какой-нибудь. Семена какие-нибудь собрать. И все, и ты просыпаешься спустя час уже такой. Семена собирать надо. Ну, затягивает, в общем. Веселая игра. Мне нужны семена. Нужны семена. На-ра-на-на. Нужно быть старше, чтобы владеть этим магазином. А сколько тебе лет, девочка? Девочке 13. По календарю что? 8. И сегодня лето. Понятно. Семян никто не продает. Ну, конечно, конечно. Как же иначе? Что же, как же? Почему бы и нет? Ой, ладно, ну и хрен с ними. Ладненько, продолжим с вами в следующий раз, но пока что такие дела.